Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки, и мы сегодня снова видео на проекте Machine Holy Play. Как вы знаете, в честь 23 февраля добавили новые подарочки, в которых выпадают разные призы, випка, списочки, деньги там и так далее. И сегодня покажу, как я собирал эти подарки. Собрал я всего 21 подарок, а всего подарков 23 получается. То есть два подарка я не нашел, но я думаю, в этом ничего страшного нету. Все равно я многим помогу в том, что я как бы собрал хотя бы столько подарков. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, потому что моя цель до лета набрать 20 тысяч подписчиков. Также можете вводить мой промокод, его можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. А перед началом видео хотел бы вам посоветовать очень классный проект моего знакомого, называется он Crime Project KRMP. Это уникальный проект, который разрабатывается уже несколько месяцев. Дата открытия планируется на 29 число этого месяца, поэтому, пацаны, кому интересно, ссылка на группу будет в описании. Всем советую зайти посмотреть. Охуенный сайт, пацаны, охуенный форум, охуенный мод, охуенный модпак. Просто всем советую зайти посмотреть просто группу и что у них как бы планируется на открытие. Поэтому повторюсь, ссылочка в описании, все заходим, смотрим и подписываемся. Итак, пацаны, первый подарок, получается, находится на Рублевке Южного, за домом в конце второй улицы, справа, получается. Вот, получается, подарочек здесь находится, прям за домом, за гаражом. Ну, в принципе, я думаю, вы поймете, вон там вот рыбалочка, в принципе, и вот здесь находится подарок. Так, следующий подарок, получается, находится на Южхиме. Вот здесь, на крыше. Вот башня Станкина, и вот на Южхиме находится подарочек. Итак, пацаны, следующий подарок у нас находится на водолазах за вот таким вот большим камнем. Так, давайте ныряем и забираем наш подарочек. Следующий подарок находится в воде в Южном. Вот второй выезд из Южного, получается, вот мост. Вот такая гора здесь. И вот здесь прям в воде, так далеко нужно плыть, и там находится у нас подарочек. Инструменты, ну, полезная тема, ебать, конечно же. Нахуй мне випка, но инструменты важнее, конечно. Давайте вам по карте покажу. Вот получается Южный, и вот здесь примерно в воде находится подарок. Следующий подарок находится также в Южном, получается, где железнодорожный мост, где второй выезд из Южного. Ну, я думаю, вы понимаете. И вот здесь, в углу, находится, в принципе, подарочек. Вон туннель, вы сюда едете, и вот здесь подарочек находится. Давайте еще на карте покажу. Ну, короче, вот здесь. Следующий подарок находится там, где старая СМП, в лифте. Вот, в принципе, заходите. Ну, на подземную парковку забегайте. И вот здесь находится у нас подарочек. Давайте я вам выйду, покажу. Вот автосалон Южного, и сюда забегаете, и там в лифте подарок, короче. Итак, следующий подарок находится в порту на контейнере. Вот здесь. Сразу заезжаете в порт, и с левой стороны на контейнере у нас находится подарок. Следующий подарок находится возле ОПГ Солнце. Вот ОПГ Солнце. Вот здесь в водичке находится подарочек, который можете спокойно забрать. Просто подплываем, ныряем и забираем. Как нехуй делать просто. Честно, подарки собираю чисто ради випки, пацаны. Итак, следующий подарок находится у нас в Батырево за СТО. Вот СТО Батырево. Здесь рынок рядом. И в этом доме находится у нас подарочек. Следующий подарок находится недалеко от озера Батырево. Точнее, даже недалеко от шахты. Вот с той стороны получается у нас ферма, а с той стороны шахта. И вот здесь как ехать по дороге, во дворе находится подарочек. Следующий подарок находится на лесопилке, вот за контейнером, точнее на контейнере. Вот сюда вот залазите, в принципе. Ну вот лесопилка, въезд. И вот здесь сразу контейнеры, и на контейнере подарочек есть. Следующий подарок находится, как ехать на Алькатрас. Давайте покажу на карте. Вот получается, вот здесь Алькатрас находится. Здесь недалеко Южный, и вот как ехать на Алькатрас. Вот под этим мостом находится у нас в воде подарочек. Следующий подарок находится у нас, получается, в Иткарино. Вот этой дырочке находится у нас подарочек. Так, запрыгиваем. Опа, все, залетел. Берем подарок. 19 списочков. Ну, это, конечно, ни о чем вообще. Ну, думаю, все понимают, где это место находится. Следующий подарок находится также в Иткарино, но на крыше дома. Вот, получается, мост. Как ехать от Кремля сюда, в Эдово. И вот здесь почти в самом начале на этом доме находится у нас подарочек. Следующий подарок находится в Кремле, получается, за вот таким вот зданием. Точнее, возле него. Как вам объяснить? Давайте лучше на карте покажу. Ну вот, здание получается, и в углу находится подарочек. Вон там вот. Следующий подарок находится в Эдово. Вон там загрузка дальнобойщиков. Вот вы заезжаете, получается, в Эдово.
И вот на такого здания находится подарочек. Следующий подарок находится также в этого, получается, за вот таким вот домом. Давайте я вам покажу. Вот, выбираем подарочек. Випка на 3 дня. Ну, хоть что-то, блядь, радует на самом-то деле. Вот, получается, загрузка. Там дальнобойщиков за этими гаражами. И вот такой дом. Вот здесь арка есть. И вот здесь арки находится подарок. Следующий подарок находится у нас уже в Арзамасе. Как ехать на Рублевку? Вон там Рублевка. И здесь мостик такой есть. И прям под мостиком находится у нас в водичке подарок. Только, сука, сейчас ремка упадает, нахуй, я вообще охуею. Сука, блядь! Следующий подарок находится у нас также в Арзамасе. Короче, вон там Рублевка находится. Вон там заправка. Помните, у меня еще 100 здесь раньше было. И в конце этой улицы находится подарок. Короче, вот здесь находится подарочек. Вот, Арзамас. И в конце этой улицы находится за домом подарок. Следующий подарок находится в Арзамасе на стадионе. Вот стадион Арзамаса. И вот в этом здании находится у нас подарочек. Все, забираем 18 очков. Нормально пойдет. Следующий подарок находится также в Арзамасе, напротив вокзала. Ну, вон вокзал, в принципе, здесь еще аптека есть. И вот здесь находится подарочек на крыше.